Всем привет! Начинаем новый влог, и он из деревни. Сегодня мы опять на выходные поехали в деревню, будем отмечать Сашин день рождения, папин день рождения. Все вместе у нас тут накопилось, и все вместе будем отмечать. Покажу вам, какие у нас еще цветы распустились. В общем, красота, природа, лето, деревенский уикенд. У нас там Став хочет погулять, сейчас будем его выпускать. И что-то как-то небо затянуло, наверное, будет дождь. Оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Вот, небо потемнело, хотела вам закат снять, но, по всей видимости, не получится. Вот видите, та сторона светлая, а оттуда идет туча. Наверное, будет дождь, что-то как-то даже гром гремит. Ладно, пойдем пока Стафа выпустим, а то он, бедный, там завывает. То, ой, мы вышли со Стафом погулять. Пойдем к лесу, чтобы он никуда не бежал. А то тут дети. Он, конечно, никого не укусит, но сами знаете, что когда собака большая, ее все равно все боятся. А он у нас парень крупный. Вот. Покажу вам нашу деревню. У нас вообще, видите, сплошные горы кругом. О, понесся. Сейчас повыше сберемся. У нас здесь везде горы. Горная местность. Ну вот. Как-то так. А вот она, видите. Деревня вся. Но здесь уже больше дач, уже очень мало осталось тех, кто здесь постоянно живет. А раньше была очень большая деревня во время моего детства. Здорово всегда было здесь отдыхать. Вот, Став травку кушает. А еще у нас вот тут гадость такая растет, борщевик. Это вообще, если сок попадет, а потом на солнце, сразу большие волдыри. Его, видите, травили, он желтеет и не дает потом семена. Но это надо не один раз, потому что он много зеленого. Вот такие пироги. Пойдемте еще пройдемся. У нас тут еще, кстати, заяц дикий появился. Приходит в гости. Может быть, его увидим. Мы играем, да? Молодец! Молодец! Дай! Дай! Став, дай! Дай, хороший мальчик! Став сидеть! Апорт! Дай. Ну дай. Дай. Молодец, хорошо. Хорош. Вот так мы играем. Схватил полено и понес. Я не знаю, как у него рот открывается. Он его прямо с дома прошлые выходные принес. А сейчас нашел. О, видите? Силач. Зайчика не видно. Так, вот это одна часть нашего двора. Так-то здесь ветер не сильно помешает. Здесь ирисы распустились за неделю. На прошлой неделе их еще не было. Здесь такая клумба. Это, кстати, из колеса сделано. Вот. И здесь огород. Его мама практически весь засадила цветами. Здесь у нее тюльпаны сначала были, потом ирисы, пионы вот уже распустились у нас. А вот еще маленькие ирисы какие красивые. Здесь какие-то желтые цветочки, даже не знаю, как они называются. Петунии мамы. В общем,
Все в цветах, все в зелени, очень красиво. И уже распустился жасмин. Очень вкусно пахнет, ароматно. Кто-то мед собирает. Ароматы, конечно, невероятные. Пойдемте еще вам покажу ирисы. Тоже они еще в прошлом году, ой, на прошлой неделе они еще были, не распустились, а уже на этой все распустилось. Вот такие. Они очень, видите, большие, на ладошку практически. Такие. Саша там с папой готовить будут шашлыки. Мангал разжигают. Вот такой ирис. В общем, у мамы здесь разных цветов, разных мастей. Я не знаю. Очень много. А здесь роза распустилась. Вот тут много ирисов. Сирень уже отцвела. Кстати, в Минске она намного раньше отцвела, чем здесь. Вот там вот наше озеро. Саша тут на лавочке сидел, вишенки кушал. Ну вот, в общем, здесь скоро распустятся лилии. Тоже вам покажу. Все буду показывать по мере того, как распускается. Ну, это наш дом. Тоже кто смотрит меня, уже видели его. Белый пион. Белые, кстати, распускаются позже, чем розовые у нас. Здесь еще вот такой ирис. Знаете, помельче. Как-то. Вот, ну что. Там у нас птички поют на проводах. Раньше под вот этим навесом были ласточки. Очень много гнезд, очень много ласточек. Сейчас уже почему-то их нет. Не хотят. А, там, наверное, грачи сидят. Ладненько. Пойдем готовить. Потом вам покажу шашлычки. Пойду попарюсь, что у меня прическа, надо голову помыть. Вот. Ой. Слива. Пойдем в баню. Будем париться. В прошлый раз я вам не показала закат. Сейчас, видите, солнце уже спряталось. Ну, вот так он выглядит примерно. Такой закат. Дождик был, но небольшой. Быстро закончился. Так, все, пойдемте в баню. Ну что, я выкупалась уже. У нас тут у кого-то там какой-то праздник. Музыка на всю улицу. Надеюсь, YouTube меня не забанит. В общем, вот мои тут баночки. Чем я сделала вот эту вот маску. Вот и Фраше вам ее не раз показывала. Мне нравится то, что быстро она там 5 минут ее надо держать всего лишь.
И пилинг от Белиты, мой любимый пилинг-скатка. И умывалка мне сейчас нравится, она мне уже заканчивается, это корейская классная умывалка для жирной кожи. Она подсушивает, ой, и сейчас на лето, чтобы кожа не жирнилась, отлично. Ну и гель для душа от Yves Rocher. Так, ну что, мы пойдем за стол уже, все собрались, будем кушать, отмечать, а я к вам уже, наверное, вернусь завтра. Всем доброе утро! У нас 8 часов утра. Очень здесь красиво. Я вот утро люблю, солнечное такое. Птички поют, бабочки летают. В общем, очень здорово. Мы проснулись уже. Зубки почистили, умылись с Сашей. Надо только причесаться. У меня прическа такая после бани. Вот. Какие планы, еще не знаю. Что будем делать, будем помогать. Мама что скажет, то и будем делать. Вот, пойдем сейчас завтракать. Потом уже к вам вернемся. Вот, пришли на озеро. Вот такие цветочки у нас здесь растут. А цапля улетела. Какой злой, да? А мы опять вышли на прогулку, уже далеко зашли. Гуляем тут со Стафом. Как-то он ленится. Вот покажу вам наши бескрайние леса, бескрайние поля. Тут у нас люпин растет. Цветы. Много их, смотрите. Красивые очень. Мне нравится. Да, тебе тоже. Идем прогуливаемся сейчас. Не успела достать камеру. Белка прямо через дорогу перебежала. То зайцы, то белки. У нас тут дикие края. Играться хочет, да?